Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Tomb Raider. Да, остановились с вами вот здесь, вот в прошлой серии. Нам нужно идти вон туда, на вот корабль, ищем Алекса. И потом она сказала, что возвращается вглубь острова, что-то там узнать. Поэтому, Саша, поудобнее, давайте блядик обязательно. Приятно пить эту кушу, приятно чипить к пить или пить воду перед вам просмотром. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, чё, куды нам? Вот сюда. Ведь в прошлой серии мы с вами еще прокачали, да. Шов-томат. Нам лук дали новый через позапрошлой серии. Автомат прокачали, пестик прокачали. Все прям хорошечно у нас с вами. Опа. Блять. Ну ладно. Так. Что же у нас здесь? Ебать, ты кто нахуй? Не хочет. Отойдите. Я все сделаю. Да. Я убью тебя. О, нет. Умри, бан нахуй. Жестко, жестко. Опа, что это? Жумар? Угу. Я, где эти двое? Что за хуйня? Интересная вещь. Снова здесь. Угу. С тех пор столько произошло. Thank you.
Это их корабль, ребята. Кто не понял, это их корабль, на котором они приплыли. Правда? Ой, бля, сейчас же будет опасно, нахуй, здесь. Отсылочки были, отсылочки. Алекс!
Да, что прям пиздец. Я больше никого не позволю убить. Вот это полезно, я считаю. Старые записи. В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка — недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Ученые тайна острова. Они нашли что-то на скалах, какую-то древнюю гробницу. Возможно, в ней ключ к разгадке. Возможно. Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Год Мэдзи 6. 1870. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Даже не знаю. Полезная вещь, говорю. Это что? Это темпо цуха. В середине 19 века в Японии их чеканили тысячами. Это что? Бункер на скале. Карт, что ли, нашли мы? Карта сокровищ.
Для лука собранный. Это место смертельная ловушка. И отличное укрытие, где могут спрятаться беглецы. Если они пошли туда, они уже мертвы. Их то есть трое, да? Могу ли я их двоих сразу же? А этому похуй. Ну ладно. Всем похуй, то ладно. Взрыв и подумали. Алекс, он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс, так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Кормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Вам стоит сохранить на следующую серию. Такая коротенькая серия была. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях.
Давайте.